很多次我在想，我说在天上如果看地球、看太空会是什么样子？但是等我真正到了太空，我觉得当时只有两个字来形容，就是。Китайские астронавты Джай Джихань и Ван Япин завершили свой выход в открытый космос и вернулись в основной модуль космической станции Танхе при поддержке тайконавта Е Гун Фу на космическом корабле, согласно данным китайского пилотируемого космического агентства в понедельник. Информацию об этом агентство Назарньюс предоставило китайское агентство CCTV+. Это событие стало третьим выходом в открытый космос во время строительства космической станции в стране и первым полетом экипажа Шэньчжоу-13. После его завершения Ван стала первой женщиной-космонавтом, которая выполнила внекорабельную деятельность в истории китайского космоса. Много раз я задавалась вопросом, каково было бы смотреть на Землю из космоса. Когда я действительно была в космосе, я почувствовала, что мои ощущения можно описать одним словом – шок. Я чувствовала, что исследование космоса человечеством на самом деле только началось. Экипаж миссии Чжэньчжоу-13 был запущен 16 октября ракетоносителем Long March 2F с космодрома в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Вскоре вошел в модуль Тэнхэ, который является первым и центральным участком Тяньгуна Небесного моря. Планируется, что они совершат и 6-месячное путешествие внутри станции, выполнив самую продолжительную космическую миссию страны на сегодняшний день.